А перед началом данного ролика хотелось бы посоветовать вам канал English Galaxy. На канале вы найдете множество уроков английского языка совершенно бесплатно. Автор канала Александр Бебрис, профессиональный репетитор английского языка с сертификатом на преподавание от Кембриджского университета. Заходи и подписывайся на наш дружественный канал, ссылка в описании. Почему японцы не едят вилкой и ложкой? Первые палочки появились около 3000 лет назад. Их придумали китайцы. Они больше походили на щипцы, их изготавливали из ствола бамбука. Первоначально они предназначались для удобства приготовления пищи. Щипцами было очень удобно переворачивать и доставать пищу. Вылавливая горячие куски пищи, повар не обжигал себе руки. Не едят ложками и вилками не только японцы и китайцы, а еще корейцы и вьетнамцы. С порционными блюдами все понятно. Зажал кусок между палочек и отправил его в рот. Может, японцы не едят супов? Едят, но только своеобразно. Подаются первые блюда в высоких пиалах. Сначала они вылавливают из жидкости кусочки, затем просто выпивают бульон. Японцы утверждают, что и впредь не собираются есть ложками и вилками. Они не хотят брать в рот железные предметы. Палочки же деревянные, натуральные. Кстати, наши прадеды тоже ели из деревянных ложек. Может, в этом есть смысл? По традиции хаси изготавливают из дерева, в качестве материала используют бамбук и клен. Хаси в своем сечении могут быть закругленными или квадратными. Их разукрашивают, вскрывают лаком, покрывают перламутром. Восточные люди отличаются стремлением к самосовершенствованию. Они давно подметили, что работа палочек стимулирует на руках около 40 жизненных важных точек. Тренируется мелкая моторика пальцев, что положительно отображается на умственном развитии человека. Как только маленькому японцу исполняется один годик, его начинают обучать искусству обращения с палочками. Японцы только за год расходуют более 30 миллиардов палочек. Чтобы сберечь свою древесину, для хаси японцы закупают дерево в Китае и России. Ну что, разогрели свои мозги? Теперь вы знаете, почему японцы не едят вилкой и ложкой. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставляйте свои комментарии ниже. До встречи!